Здравствуйте, в эфире программа «САУ Балашак Онлайн». Мы продолжаем показывать вам, как в домашних условиях привести себя в форму без дополнительного спортивного инвентаря. В этом сезоне мы подобрали упражнения таким образом, чтобы в наших тренировках могли участвовать и ваши дети. Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство не может заменить физические упражнения. Сегодня начнем тренировку с упражнения под названием «Чередование гантелей». Держите бутылки и наклонитесь с плоской спиной, слегка согнув колени. Если можете, старайтесь держать спину параллельно полу. Если это беспокоит вашу спину, поднимите угол до 45 градусов. Начните движение с вытянутых локтей к туловищу, сжимая спину. Опустите правую руку, удерживая левую руку на месте. Затем сожмите спину, чтобы вытянуть правую руку в ряд. Держите правую руку устойчивой, опуская левую руку. Повторяя чередующиеся ряды в течение 20 повторений. Делайте повторения медленно и контролируемо. Сделайте 4 подхода. Следующее упражнение – становая тяга. Для этого упражнения нам нужно две бутылки. Возьмите их в руки. В верхней точке амплитуды тело находится в ровном положении. Ноги расставлены немного уже плеч. На вдохе начинаем опускать корпус вперед, ноги при этом немного сгибаются в колени. Следите за спиной, чтобы не было прогиба в поясничном отделе. Спина должна быть ровной, как в начале, так и в конце амплитуды. Данное упражнение укрепляет ваши поясничные мышцы. Также задействуют ягодицы и бицепс бедра. Желательно сделать не менее 15 повторений, 4 подхода. Следующее упражнение – перевернутый снежный ангел. Для этого упражнения вам необходимо широко разводить руки, описывая окружность. Руки при этом движутся по полной амплитуде – из-за головы до бедер – для тотальной проработки трапеций, широчайших, ромбовидных и мышц-разгибателей. Когда сможете удерживать туловище и руки над полом, отведите плечи назад и зафиксируйте это положение для максимального напряжения мышц. Лягте на пол или коврик лицом вниз. Вытяните руки вдоль тела ладонями вниз, в руки нужно взять бутылки. Медленно разведите руки через стороны, пока не коснетесь затылка, соединяя бутылки перед собой. Медленно верните руки в исходное положение. Убедитесь, что ваши руки прямые и локтевые суставы твердо зафиксированы на протяжении всего упражнения. Рекомендуем делать данное упражнение не менее 20 повторений в 4 подходах.
Следующее упражнение – кошка. Одно из лучших упражнений для избавления от боли в спине – улучшение гибкости и осанки, укрепление мышц спины и пресса, снятие усталости и тяжести во всем теле. Как выполнять? Встать на четвереньки, руки должны быть строго под плечами, колени под тазом, живот подтянуть. Прогнуть поясницу вниз, слегка подняв голову, но не прижимая затылок к спине. Затем выгнуться вверх, одновременно опустив голову, но не прижимая подбородок к груди. Рекомендуем выполнять данное упражнение на 15 повторений, 4 подхода. Следующее упражнение – планка с разгибанием руки в локтевом суставе. Тяжелый вес не нужен, чтобы проработать целевую группу мышц. Кроме того, в движении работают пресс, бедра, ягодицы и даже мышцы спины. Принимаем упор на ладони, их ставим на бутылки и носочки. Стабилизируем корпус, стягиваем живот. Освобождаем правую руку, выводим ее так, чтобы можно было согнуть и разогнуть локтевой сустав. Выполняем сгибание в локтевом суставе, а затем разгибание. Сделайте по 20 повторений на каждую руку, 4 подхода. Следующее упражнение – отжимание параллельное от бутылок. Смысл состоит в том, чтобы задействовать мышцы в нетипичной для них более глубокой амплитуде сокращения. Такие упражнения на трицепс распространены в функциональном тренинге. Необходимо принять упор на бутылки, сократить пресс и стабилизировать таз так, чтобы он не торчал домиком вверх. Затем выполнять отжимания так, чтобы предплечья были параллельны друг другу, и вы коснулись грудью пола, но не легли на него. Затем выход вверх. Следующее упражнение – обратное отжимание от скамьи. Для этого упражнения нам понадобится стул. Повернитесь к нему спиной и опуститесь вниз, упираясь в стул руками чуть шире ширины плеч. Стопы плотно стоят на полу. Прямые ноги обеспечат большую нагрузку, чем согнутые в коленях. Вдыхайте и плавно опускайтесь вниз, сгибая руки в локтях. Рассчитывайте свои силы, не нужно опускаться до самого пола.
если вы чувствуете, что потом не сможете подняться. На выдохе поднимайтесь вверх за счет упрямления рук. Если ваша цель – максимально быстрый рост мышц, то негативная фаза упражнения должна занимать в 2-3 раза больше времени, чем позитивная. То есть опускаться нужно медленнее, чем подниматься. Сделайте 8-12 повторений в 3-5 подходах. Следующее упражнение – лодочка на животе. Давайте разберем это упражнение по пунктам. Исходная позиция – лежа на спине. Ноги плотно сведены вместе так, чтобы носки и пятки соприкасались друг с другом. Руки выпрямлены и плотно прижаты к туловищу. Начинаем диафрагмальное дыхание. На вдохе живот втягивается, а на выдохе выпячивается вперед. Теперь ноги приподнимаем вверх примерно на 40-50 см. Спина, руки и голова приподнимаются на такую же высоту. Опорой здесь служат ягодицы и зона крестца. В таком положении задерживаем дыхание на 8-10 секунд. Медленно делаем выдох и возвращаемся в исходную позицию. Рекомендуем в каждом подходе не менее 10 повторений, 4 подхода. Последнее упражнение на сегодня – ножницы. Укрепляет мышцы пресса, ягодиц, бедер. Последовательность выполнения. Ложимся на пол, стоит уложить под спину что-то мягкое. Ваша голова должна быть приподнята, руки вытянуты вдоль туловища, крепко прижаты к поверхности. Ноги размещены под углом 30-45 градусов к полу. Активно делаем ногами движения, похожие на движение ножниц. Продолжение 20-30 секунд. Как вы поняли, что данное упражнение выполняется не на количество повторений, а на время. Сделайте 4 подхода. На этом наша тренировка подошла к концу. Напоследок хотелось бы напомнить, 1 час тренировки – это всего лишь 4% вашего дня. Будьте здоровы! Хотелось бы выразить огромную благодарность Акимату города Алматы. Увидимся в эфире!